Да, идет. Первая техника прорвалась, идет рядом. Подождите минутку. Ко второй преграде подходит. Сейчас, минутку. Ну все, слава богу, прошел. Все, приезжайте, там увидите. Так, минутку, сейчас я тут это отойду от него. Так. Ну все, как будто бы. Вот мы на втором мостике. Первый раз бульдозер заехал. Все заросшее. Это не ряска какая-то, сильная, глубже, глубочайшая. И шофер посмотрел бульдозерец, говорит, это очень большая работа. Ну, я говорю, мы согласны. Большой лог. Вот здесь глубина метров, наверное, 15. И такая плотина. И такая прорва. Надо вот все это. Какие кусты, смотри. Макушки торчат там. Вот он идет. Волков Владимир Иванович. Там трясет, говорит. Ну, конечно, трясет. Я совсем соглашаюсь. Трудно ему, тяжело. Ну, я говорю, ну, Господь же поможет, Владимир Иванович. Как же по-другому-то быть? Вот они, кусты, где прогоняет коров на ту сторону, вот так. Внутри там уже нет ничего. Воды нет. Вот он сейчас первый рейс делает. Сколько-то нет, об этом речи нет, только завалить, а завалить — это прорва. Вот я подхожу, не знаю, сколько метров, может, 10 глубина. Показал ему рукой, вот так вот залез и махнул рукой. Дальше яма. Вот если здесь это ему удастся, значит, озеро восстановили. Ну, как Бог даст, загадывать не будем. Только что из Москвы ТВ-24 позвонила, там что-то о нападениях на нас. И приехать, но приехать, я говорю, нет, а перезвонить, если надо будет, еще раз. Видите, как это утки исходили все. И кроме того, тут, наверное, бобры даже бывали. Да вряд ли бобры будут жить в такой тени. Они проточные, может, любят. Вот так. Тут мы крещение принимали первые годы. Вот тогда отец Наум крестил здесь. Вот он, как зеркало какое. Там дальше, вон дальше от рожек вода поднимается. И по отрожку будет уходить. Вот он, по отрожек здесь. Не видно. Все, пока. И вот мы на втором мостике.
Это Мануилов прорыло, вода помогла огромная здесь. Ну, ширина 8 с лишних метров, глубина метров 4 глубина. Вот, ну и вот считай. И так в длину тут еще около 10 метров. Вот идет тракторист, бульдозерист, а я навстречу ему вылажу. Вот он говорит, что тут трудно. Конечно, трудно. Целый день на жаре трясется. Что тут говорить? И вот это. Тут мы купались. Когда маленькие были, рыбу ловили. Тут крещение было. Вот. Причувствие фильм. Это здесь отец Наум крестил. Все вот в этой воде. И как все медленно делается, уничтожается быстро. Директор коммунист. Разрыл ночью, вода утекла, и 20 лет пустырь. Из страны пустырь сделали. Изюганов обещает что-то с Прохановым выше. А что он может быть выше? Фотографировал, поснимал. Вот этот лог, самый большой лог в нашей местности. Самый большой лог. Начинает заваливаться, уже подравнялась. Вода закипает. Хотели с двух сторон сделать, мы здесь заграждение, как обычно и жерли. Но сейчас вижу, не сделать. Не сделать. Широкий прорыв. Таких у нас даже и нету лак. Жердей, слег. Пошел обратно. Волков Владимир Иванович. Спасибо, Господи. Вот это легкая работа, страшно тяжелая. А это вот лог. Во время потопа неслись страшные воды здесь. И вот люди перегородили здесь его дамбой. Вручную делали это. Вручную. Это 180 или 198 лет назад поселились первые. А тут уточки летают. Вот дорога. А тут грачи налетели. Видимо, думают, что тут черви попадаются. Вот какая, брат, работа. Это так называемый второй мостик. Мне интересно, что грачей сколько поналетело по берегу, а что-то в воде уточки плавают, и коршун падает и падает на них. Вот я стою на берегу, где обрыв, и как только пройдет он, я камушек положу. 3, 4, 5, 8 камушков. Вот 8 рейсов сегодня он сделал. 8. Ну сколько по кубометру везет, если то тоже хорошо. Вот как это выглядит. Вот я сейчас спускаюсь вниз, чтобы показать, какая глубина, какая ширина. Ну тут очень неудобно. Сапоги скользят. Я один. Если упаду, и поднять некому. Вот оно как завалилось.
Это я от воды нахожусь на метр примерно. Ну и выше моей головы я 1,72 м, тут еще полметра больше. Нет, выше метра от воды. И вот он наваливает, я дальше его не пропускаю, чтобы на обрыв он не пошел. Потому что только первый раз поехал он, и берег сразу обрушился. Вот он, где обрушение пошло. Я покажу. Видно, что вот оно обрушение. Вот я его не пускаю. Трясусь с ним. Стою сейчас по насыпи, поднимаюсь. Ну что она поднять? Вот она, все. У меня идет, камушки сыпятся. Вот он. Вот так в горах идут, серевый поток, и бодрова нету. Вот она все обсыпается. Вот внизу камушки видать. И вот он идет. Я на свое место тут тащок. Примерно метр от обрыва. И его задерживаю. Ему из кабины не видать, как он. А дальше он там видно, пасынок стоит. Пасынок бетонный. Пошли телефонные столбы. Да еще в трубку кричали. Алло, алло, алло. Рукой крутит коммутатор. Ну вот. Дорога наша, если будет здесь в основном прямо. А там поле теперь засеянное. Его тоже надо обходить будет. А вон далеко, там, видать, высоковольтная. Высоковольтная линия. Поэтому я снимаю наугад. Видно, не видно эту высоковольтную. Вот она в угре отсюда километра два. Может быть. И лог здесь, лог. Самый большой, который в окрестности много логов. Центральный лог. Я думаю, почему они перпендикулярно сделали дамбу? Это, оказывается, перпендикулярно в этом месте. А вот дальше там это думали проводить государственную, напрямую. Там тоже перпендикулярно, но к этой она была бы градусов на 30 треугольником. Вот он приезжает. Владимир Иванович Волков. Я с ним сегодня приехал. Сегодня 6 августа 16 года. Бригада, тут за мой отец дежурил зимой. Охраняли все время, даже и в то время при Сталине. Воры были всегда, вор, моль, ржавчина, Господь говорит, что есть. И волки напали, а у нас-то у них было две собаки, жучка у нас, маленькая, как шарик, и большой волк, такой волкодав, Марс. А пришли два волка. Ну, один ее захватил, как дернул, и шкуру с нее сразу снял. А они, видимо, жили дружно, собачки-то. И он один с двумя волками боролся. То одного подомнет, то другого. Но он не был волкодавом. Он, видимо, из кавказской породы, я так понимаю. Мы запрягали его в санки, с человека три садились, он как лошадь небесная нас. Верхом на нем катались. А потом он за почтальоном, за моей двоюродной сестрой в Корчино убежал. И там немец какой-то живет-то. И он его пристрелил. Долго мы его искали, наконец нашли, ребра лежат. Ребра, как будто бы это овечка какая большая. Да, в жизни все бывает.
стекает вода со второго мостика. А ее тут перекрытие для своей травы, как сказать. Один фермер или кто-то взял и засыпал ее. И вода стала уровень-то подниматься и размывать. Вот туда прибрал. Опять туши собираются. Весь месяц.